Американский парламент рассматривает законопроект, который потребует от Дональда Трампа получать разрешение Конгресса на отмену антироссийских санкций. Если законопроект будет принят, отмена или смягчение санкций станет возможным только в случае одобрения Конгрессом. Для этого президент США должен предоставить письменное обоснование такого шага. А вот этот факт обосновывать решили не сразу. Разведка США скрывала информацию от президента США Дональда Трампа в избежании утечек. Об этом сообщает газета Wall Street Journal. Сотрудники американских спецслужб утаили от президента данные об источниках и способах получения информации. В частности, от Трампа была скрыта слежка за иностранными государствами. Разведслужбы опасаются, что важные данные могут просочиться в прессу и стать достоянием общественности.